и мы находимся на самом первом объекте ЖК на Копцевой. Это самый первый объект застройщика ООО «Строитель». ЖК «Космос», который мы ждем. Нашу квартиру. В каждом дворе вот такие большие клумбы, огромные розы, высокие. Миллион-миллион алых роз. Белых, красных, всяких разных. Вот смотрите. Вот такой же дом. Так же, как «Космос». Возле каждого подъезда лавочки, окна, лестницы в подъезд и пандусы. Вот, смотрите. Давайте обойдем двор дальше. Вот, смотрите, какое растение. Я такое не знаю. Так, вот такие дома. Смотрите, здесь есть пятиэтажные дома. И есть дома такие, какие в «Космосе». Вот у нас здесь пятиэтажки. Только. У нас пятиэтажек там нет. Вот смотрите, такая, ну, просто детская площадка. Ну, она навороченная и не нужна, я считаю. Вот смотрите. Хорошее озеленение, хорошие домики. Все прекрасно. Так, вот мы маленько отошли. Здесь огороженная территория и будка. Сидит охранник. Вот смотрите. Машины выезжают тоже под шлагбаум. Вон кто-то поехал в этот комплекс. Смотрите, это наши дома, ЖК «Космос». А напротив, через дорогу, второй объект нашего застройщика. Первый объект это на Копцевой ЖК. А это у нас пошел ЖК «Солнечный», на улице «Солнечный». Вот, можем пройти посмотреть. Так, здесь вот улица Шоссейная идет. Ну, поняли, да, как? Туда дальше. Вот, идет улица Шоссейная. Там еще какая-то стройка. Не знаю, кто строит. Кирпичный какой-то дом. Вот, смотрите. Мы идем по дорожке. Так, это чтобы, я вот так смотрю, от остановки, например, ты едешь по Гагарина, и ты выходишь, так, там, где «Космос», и идешь сюда пешком, что ли, через «Космос». Ну, потом, когда его сдадут, через 2 недели, здесь, значит, уберут все вот эти вот железные заборы, и будет, наверное, какой-то тротуар или дорожка, ну, чтобы пройти, наверное, сюда. Как они сейчас ездят, я не знаю, наверное... Выходят там, где кровельный склад, это перед «Космосом» остановка, и они идут вот сюда, той дорогой, вот тут вот обходят, идут. Ну, это далеко, я скажу. Сейчас посмотрим на сам «Космос», на сам «Солнечный». Так, ну, аккуратненько тут все сделано, конечно, вот дорожечки такие, как тротуарчик. Здесь автомобильная дорога, елочки вот посадили. Так, ну вокруг вот дальше идет поле, то есть ничего нету больше. Так, вот идем, смотрим. Так, вот этот заборчик. Так, здесь растительность. Ну, растительность красиво сделали. Посадили, мне нравится. Смотрите, вот такие туйки. Они не ввысь растут, такие, просто такие широкие, пушистые. Интересные такие. И тут же вот сосна. Сосна такая добротная, здоровая. Ели такие, ну как бы ухоженные. Смотрите, вот большие. Ну, это... Я всегда переживаю, когда снимаю что-то, что я не могу вам показать точный размер. То есть оно искажает все равно. Вот как я показывала недавно дерево на улице Пушкина. Оно выглядит на видео, я посмотрю. Что, ну, не очень большое, то есть, ну, верьте мне тогда на слово. Больше ничего сказать не могу. Так, здесь заборчик, вот он. Так, они его не убрали. На «Космосе» стоит заборчик. Значит, на «Космосе» тоже также будет стоять заборчик, они его не уберут. Так, вот смотрите, яблочки. Яблочки, вон, смотрите, видите? Вот. Яблочки.
давайте дальше пойдем. Так, это рекламка на автошколу. Так, идемте дальше. Вот мы идем. Слева посажены деревья. Едет какой-то рабочий кранчик или что это такое. Так, дальше вот смотрите как. Так, здесь за деревьями тоже идет очень широкое поле. Наверное, что-то здесь будет. Ну, я не знаю. Давно уже должны были сделать. Сдан этот ЖК, по-моему, в 14-м, что ли, году. Ну, там еще достраиваются некоторые дома. Сейчас посмотрим, достраиваются они или нет. Говорят, что достраиваются. Вот, я думаю, что если они как бы еще не до конца его закончили, поэтому здесь и пустое поле. Вот, смотрите. Вот идем вот сюда. Вот смотрите, огромное-огромное большое пустое поле. Вот смотрите. Вот, пустое поле большое. Там дальше еще продолжение солнечного. Мы до него еще не дошли. Ну, то есть вот такое большое вот место зачем-то сделали. Там просто трава, ничего нету, даже ничего не посадили. Так, тут земля. Здесь тротуарчик. Здесь дорога еще раз. Так, вот начинается космос вот оттуда. А может быть не оттуда он начинается, но... Первые дома я вижу эти. Так. Там, значит, лежат трубы. Не знаю, с каких времен они лежат и для чего. То есть здесь вот насыпан песок, гравий, там глина, что-то еще насыпано прям кучами. Так, идем дальше. Вот идем, идем. С этой стороны тоже деревья. Сейчас пойдем. Пройдем и посмотрим. Так. Так, там дежурная будка, наверное. Может, нет. Не знаю. Так. Это у нас идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семиэтажные дома. Нет. Раз, два, три, четыре, пять. А, есть пять, есть семь. Есть пять, есть семь. Этажей. Так. Вот смотрите, очень красивая такая растительность. Здесь все посадили. Оно все уже подросло. Очень красиво, симпатично. Юка здесь. Розы. Так, вес на территории осуществляется по одной машине. Ну, естественно, сюда не проедешь. Вон там шлагбаум. Спускается, поднимается. Так, вот смотрите, мы проходим. Сюда проходим. Так, и вот там еще есть дома. Пойдемте вот сюда, в эту сторону. Так, ЖК «Солнечный», отдел продаж. Вот квартира со свидетельством и с отделкой под ключ. Кому надо. Это О-строитель, нормальный застройщик. Так, давайте пойдем дальше. Так, с этой стороны, значит, вот такая вот растительность. Так, здесь деревья. Сделано все чистенько, аккуратненько, нормально. Значит, управляющая компания следит за этим всем делом. Можно пройти во двор. Так, вот смотрите дальше туда. То есть большое-большое такое, такая территория. Так. Так, очень даже симпатично, неплохо. Так. Ну, здесь больше нечего обходить. Вот, смотрите, здесь просто. Так, аптека на Солнечной 55-1. Вот как раз этот адрес, тут аптека. Не знаю, какая. Дешевая, дорогая. Чаще всего в таких комплексах, которые далеко от цивилизации находятся, как бы... коммерческие структуры быстренько так соображает. Ой, как красивая розочка, беленькая, правильной формы, там красиво не видно, наверное, я просто сбоку показываю. Вот, и сразу активизируются, соображают, что нужно здесь, значит, приземлиться и работать, и по максимуму завышают цену. Например, аптека. Ну, туда не пойдем. Так, пойдемте вот сюда. Сделано, конечно, вокруг все аккуратненько. В смысле озеленения.
Так. Вот такие помещения, они везде будут. Ну, пока здесь ничего нет. Вот, смотрите, пусто. Вот. А вообще в таких вот бывает коммерция. Бывает просто подвал, там подсобное помещение какое-то. Так, вот. Вот мы идем. Так, вот цоколь, первый этаж. Не знаю, где-то это считается цоколь, а где-то считается первый этаж. Точно не знаю, поэтому, ну, не говорю. Так, озеленение красивое, воздух чистый. Приятно прямо здесь находиться. Ну, по поводу просто отдыхать. Как жить здесь, я не знаю. То есть я вижу только одну аптеку. Аптека, все, пойдемте вон туда. Там что-то, наверное, есть. Вот я вижу. Я вижу что-то там такое. Это я смотрю. Твою инфраструктуру вам рассказываю. То есть, потому что это самое главное. Где бы мы ни жили, в какой бы красоте, но если это неудобно, инфраструктуры нет, вам приходится все время куда-то ездить, то это уже плохо, по-моему. Вот, внимание, ведется видеонаблюдение. Такая площадка. Так, здесь вот такой дом. Здесь вот так. Смотрите. Так, вот магазин овощи, фрукты. Через дорогу, не знаю, какой хороший или не очень. Так, мы идем сейчас вот так. Так, смотрите, площадка детская, ну, обычная площадка. Ну, не знаю, я на них внимание не очень обращаю, потому что нам она так-то по большому счету это и не нужна. Есть хорошо, нету, ну, нету, не надо. То есть, ну, это кому важно, я показываю. Кому важно. Так, вот это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этажей дом. Так, продукты, магазин. Вот продукты на солнечный, видите? Давайте подойдем ближе. Может быть, не видно, потому что. Так. Так, еще раз повторяю, что это второй, как бы, жилой комплекс нашего застройщика ООО «Строитель». Ну, вот я разговаривала с жителями, никто не жалуется. И всем нравится стоимость коммуналки. Вот он, продуктовый магазин солнечный. Вот там в подвальчике этот магазин. Мне еще нравятся большие розы красивые на клумбе. Так, еще продукты. Называются «Продукты у дома». Так, ювелир, пошив, вязание, ремонт всех изделий, пошив штор. Студия красоты, то есть тут... парикмахерская, маникюры, педикюры, ламинирование, ну как во всех парикмахерских. О, вот такой цвет мне нравится, розочки. Это не думайте, они не вянут, они такого цвета. По краям другого, а так белые. Так, раки, рыба, ну, пиво. Без пива куда? Никуда. Без пива вообще никуда. Ни в каком комплексе. Вот они, эти розочки. Офигенные. Так, полиция, если что случилось. Так, ну и пока все. Ну, не знаю. Добираться до этого места не очень удобно. От остановки далеко. Вот если ты без автомобиля, ты... Так, вот еще одна, смотрите. По краям такого цвета, а... в середине основной цвет такой сиреневый, красивый. Так, дальше идем. Идем. Проходим в другой двор. Так, вот такие дома. Еще раз покажу всем. Так. Автомобили загораживают, плохо видно. Все прелести. Всю мелочь. Ну, достаточно такой большой комплекс. Нормальный такой. Вот. Вот такой дом. Так, здесь нет детской площадки, сразу говорю. Кому это важно вообще? Так, ой, березки. Я какое-то время думала, что березок тут в Краснодаре нет. А тут, вот смотрите, целая такая аллейка. Березовая роща целая. Рощечка маленькая. Вот тоже большие классные розы. Мне нравится, что здесь вся растительность большая, такая огромная. Если у нас какие-то есть такие же, как здесь, то они все маленькие,
хрупенькое, слабенькое такое вот. А здесь прям это. Вот такие же дома будут ЖК «Космос». Только он находится в очень удобном месте. То есть намного удобнее, чем на Копцево, например. На Копцево тоже удобно. Я в смысле того, что удобней будет... Ну, там точно такая же инфраструктура, как на Копцево, потому что они рядом, Космос и на Копцево. Я в том смысле, что Космос удобнее, ну, как бы... Следующая остановка, там идет уже это... От жары голова моя все забыла. Кстати, опять сегодня больше 30 градусов, не знаю. Ой... Жара. Ну вот, я вот сколько обхожу, больше инфраструктуры я не вижу. Я для этого хожу, чтобы посмотреть. То есть вот площадка большая. Так. Ну все, наверное, пойдемте. Назад. Давайте еще вон туда глянем. Вдруг там... Извините. У меня на самом неудобном месте, на неподходящем, закончилось место на флешке. То есть закончилось именно в тот момент, когда я иду и нахожу остановку в комплексе «Солнечный». Она такая симпатичная, красивая, аккуратная, красивишная, такая чистенькая остановочка. Потому что в таком виде она находится, как бы потому что на ней никто не стоит, не ждет транспорт. Туда общественный транспорт вообще не ходит. Ни маршрутки, ни автобусы. Она стоит с 2014 года, вот когда этот комплекс. И люди ходят все очень далеко на остановку утром. Те, у кого нет своего транспорта, автомобиля. Вот. Как бы, ну а вот все, что зависело от застройщика, то есть мы... Понимаем, что то, что туда транспорт не ходит, это вопрос совсем к другим учреждениям, да? Вот, а все то, что зависело от застройщика, все там в порядке, все там хорошо. Я разговаривала с жильцами двух комплексов, то есть на Копцево и на Солнечном, и недовольных нет, как бы. Все у них в порядке, все сделано, дороги, лавочки... озеленение, цветочки, охрана, как бы видеонаблюдение, низкая цена квартир, хорошие планировки, у них индивидуальное отопление, центральная канализация, что позволяет как бы сберегать свои финансы, поэтому у них низкие коммунальные платежи. Мне рассказывала женщина. Я ее встретила во дворе на Копцево, бабушка, она гуляла с внуком и рассказывает, что, ну, как бы мы знаем, что это самый незащищенный, как бы, слой населения, пенсионеры, пенсия у них у всех небольшая. И вот она рассказывала, что она очень довольна, у нее 68 квадратов двухкомнатная, и они зимой заплатили, то есть вместе с отоплением, они заплатили 2500. То есть я считаю, что это очень хорошо для Краснодара. Так что вот на этом пока все. На этом мы ограничимся. Исследования наши по застройщику ООО «Строитель». И с вами был Чеширский кот. Пока-пока!